Всем привет! Если вы смотрите это видео, то попали на мой канал. С вами Дрейфер и... Лансер Харт, обзорщик хента. Добро пожаловать в видосик с открытием билетов. Опять не дотянули, ребята. Сколько, 10 дней там? Мы хотели в конце месяца открывать, там, после анонса новые витрины, которые... Хотел сказать X2 витрины, ну, раньше они так все было. Теперь они X2. Теперь все такие, да. Ну как X2? Сейчас делят какие-то 6%, но 3% на баннер и 3% на остальные принты. Раньше было полтора, теперь пополам. Да, ну полное говнище, короче. Теперь ну, да. Нужно перса еще сложнее вытащить. Нафига как они это Как хорошо делают? Я пока что вытащу всех, кто мне нужен. Вот у меня, кстати, то же самое. Мне осталось только эту... А мне никого не осталось. Все. Ведьму вторую, ведьму хочу вторую. Мне только, меня, знаешь, да. Так баночные персы и все больше. И, кстати, как ведь орвов у меня нет, потому что я на баночные персы. А у меня есть. У меня я подкопил. Я все равно... Я еще где-то 600 слил в итоге на все эти витрины, которые там были. Ну, то бишь, с Каноджи, вот, с я Мувиком. Сейчас вот сюда не вливал. Вот сюда я два шага влил. Не, у меня просто они все не есть, мне никто не нужен. Типа, не, и Машеры у меня 2 из 5. То есть Крит есть, СП есть, все, остальное вот. Там уже. То есть мне нужно как бы выбить Рируку. Банки и... До сих пор без Рируки сидит, прикиньте. Самый первый баночный перс, у меня до сих пор его нет. И третий персонаж это... А Маша вообще не баночный перс. Да, что но у нее, забыл, а у нее дроплеты. Да кому они сейчас нужны? Ну а кого им еще добавить? Зеленого же нельзя. Зеленый-то вон был один. Он недавно появился. Да, а второй это Кинпач. Прикиньте, хотел открыть там гарант, а в итоге упустил. Он, оказывается, не 19-го закончился, а... По-моему, 18. Ну, я также на новеллу, по-моему, просрал только. Ну, что, у нас билетов там билетики. Не очень, ну, хотя не знаю, куда мне еще... У меня, ребят, делся. У меня еще вот это есть, смотри. Я ее прямо сейчас открою. Просто там же... А, там был на 200%. На выбор. А, ты еще его не открыл? Ну, это с выбором. Ну, это тот выбор, когда билет за 2000. А, бери новых персов. Ну, я ищу... Новых надо брать сначала вот этих вот. Раз, два, три. Понял? Там еще, ну, сезон, потому что премиум, а вдруг они сейчас выпадут. Вот, давайте Гримджо, значит, нужен. Хотя, да плевать вообще, кто из них купит, они все равно а максимум даже линки. Не годятся, почти. Вот, самый важный линк должен был быть, это Гин. У меня его я уже вытащил, да. У меня он есть. Да? Утикаки. Так. Теперь у нас лок. Они до сих пор эту рамку черную не пофиксили. А может она и не фиксит, может это... Ну как, ну посмотри, видишь? То есть, когда здесь жмешь, здесь нормально все, а здесь она баганая. Ну видно же, что баг это, а фиксить не хотят. Ой, после этой арены, ребята, у них там просто все под откос пошло. У меня, кстати, на арене нормально все сейчас проходит. Я, естественно, за самых сильных персов хожу туда. Я беру туда Оэцу, Ичигабатю и этого. Да, Ичигабатю там вообще разрывает. Бьякуя хорош воронкой своей. Оэцу очень хороший, ребята. У него пояс на 5-м уровне открывается, и все, это смерть. Да, нифига. У него буст с воронкой, ты бегаешь просто, разносишь всех на лену. Я сейчас покажу, кто у меня, кого я качаю. Вот. Вот, но эту я по большей части там из-за линка заданиях, качал. Там в заданиях еще иногда бывает, там, сыграйте за ранкар, сыграйте за... Да, ну я поэтому и взял как ранкары, чтобы на ней играть. Вот мои персы. Вот сам прокачан, у меня Ичигабати сейчас вот. Надо ему линки потом прокачивать, отдельно ходить. Короче, этой арены еще заниматься и заниматься. Да. А ради чего? По ней еще гайд надо делать, но ради как тут делать ради... гайд, если даже поиграть вот не получается? Вам. Да, это просто жопа. Врубаешь. Я сначала хотел, вот я писал свой телеграм-канал, кстати говоря, в описании ссылочка. Я писал туда, что постараюсь к выходным сделать гайд, а в итоге я играю и даже поиграть не могу. Она вот. Постоянно зависает на загрузке. Я невозможно еле докачал быть. Вот этого Ичиги хотя бы до 4-го ранга. Потому что у меня. Я у Эцу вчера. Вот видите, 2-й ранг. Один раз я им поиграл. Один. Ну так вот. Ладно, давай открывать уже. Да. У нас... Открывай, у тебя билетов много. У меня до жопы билетов. У тебя почти в 2 раза больше, чем у меня. А, я еще не собрал этот. Я заявен, пока... 2 ляма. Начнем с аксессуаров, наверное. Да, я... да, давай, по классике. А я вот это только выберу сейчас. Единственное, я 10-ку слил. Еще вот когда мы с Вадимом открыли все, я потом еще 10 накопил на персов и открыл. Там был дубль.
Но был, был, 5 звезд все-таки. Блин, даже не знаю, кого взять. Все, эти уже некуда пихать, у меня их, так, сколько там, 10 тысяч. Я жду, когда они введут функцию открывать сразу 100. Потому что, ну, это вообще пипец. Я случайно нажал сюда как-то, но это значит знак, надо брать Гримджоу. Давайте взять его. Бетковый, у тебя больше все равно где-то, чем у меня, я пока выгрузил. Да, у меня больше. А, серебряный тут тыкал недавно. Суп 500 открыл и 2 золотых акса. И 2 дубля! What the fuck? Не зажимай, главное. Да, динамик. Запись-то нас... идет? Конечно, идет. Как бы ее назад. А то сейчас становится опасно. Мобилы старые у нас уже. Мобилы все у нас. У меня AZ-рекордер на телефоне уже перестает работать нормально. Если я вебку включаю, помните, я с вебкой снимал? Все. Невозможно. Ты давай, открывай нормальный тоже. Так у тебя сколько билетов? Осталось? У меня еще... 60, а у меня 50. Ну, открываем по бэрику. Акса по бэрику сливаем, там даже слушать ничего не будет. Ну как, можно сразу видеть. Скипать. Вот 4, тут 3. Нет. Сам нет, сразу. Ну, 4 это бесполезно. Просто я люблю радугу видеть здесь, но... Вот тебе радуга. И опять дубль, да что такое-то? У меня есть уже, я хочу новый какой-нибудь. О. А как обдумать? Вот я видишь, молния не фигачит, и там, то есть, смотри, когда прям яркий желтый свет появляется в середине, как внизу, вот такой же, как внизу, посмотри. Смотри. Вот, это не 3. Видишь, вот такой, если знаю, яркий свет появляется, не появляется в большом, значит, это еще не факт, что 3 звезды. Короче, непруха полная, ребята. Ну, ты хотя бы хоть дубли, но падает, а мне вообще уже ничего не будет. Да, но у меня нет такого, или может есть синяя ранка, короче. Да там этих аксов еще до жопы, у меня даже красного чапи нет. Лучше бы он выпал. А у меня фиолетового нет, ой, оранжевого до сих пор. Вот контр-атрибутов у меня нет. О, минуточку. Сразу замочек повесь, чтобы не забыть на... Смотри, ни одного красного не выпало. И оранжевого, ни одного теплого цвета. Дубль стикер, он уже не нужен. Так, у меня осталось 15. У меня 0. И 5. В итоге, сколько у нас суммы было аксов, и только один. Это самое, еще я ГК закрою по бурику. А то забуду. Да у тебя еще будет время. Да я просто похвастаться хочу, как я этот ГК закрываю. И пока простые там пооткрывай. Ну, надо как-то паузу выдержать, знаешь, чтобы видосы стянуть. Ну, а пока... Но, бля, мужики, лагает пипец! Лагает жестко. Поэтому по времени будет не так круто, как могло бы быть на каком-нибудь айфоне, например. Но... Там бы вообще разорвал. Я хард могу на авто, в принципе, проходить. Ну, только ульту нажать, и все. Последний мысль. Ну а пока Лансер проходит ГК, а я открою серебряные тикеты, можете посмотреть полезную рекламу. Если вы не знаете, чем можно заняться в свободное время, то лучшим выбором станет просмотр фильмов и сериалов. А сделать это можно при помощи сервиса Кинопоиск HD. Вы сможете смотреть множество произведений на любой вкус без рекламы абсолютно бесплатно в течение 90 дней. Дополнительно с этим вы получите бонусы от подписки Яндекс+. Яндекс.Музыка. Доступ к 60 миллионам треков, коллекции подкастов и умным плейлистам. Яндекс.Гоу. Кэшбэк баллами до 10% за поездки в классах Комфорт, Комфорт Плюс и Ультима. Яндекс.Афиша. Кэшбэк баллами до 10% за покупку билетов на мероприятия. Яндекс.Маркет. Кэшбэк баллами до 5% за покупку товаров со специальной отметкой на маркете. Переходите по моей ссылке в описании или закрепленном комментарии. Вводите код, который показан на экране, и наслаждайтесь просмотром различных фильмов и сериалов. Ну что ж, ГК пройден. Да. 42 лям. Как вам, наверное, понравилось? Вот, не забудьте в описании это пройти. А я уже открыл сотку билетов где-то. Ничего не вытащил. Да, теперь мы идем открывать то, зачем пришли. Билетики. Персонажей. Да. У тебя много билетов. У меня вон, я не знаю, куда. Ну, сколько идёшь. У тебя брейвов? 81. Ну, нормально, что. Да. Сейчас, у меня там их очень много. Я еще с этого не все скупил. Но это на следующий видос уже.
Офигеть, тебя 5-звездных, конечно. Да. Многовато. Так, ну что, поехали. Я, по-моему, с ивента прошлого один просрал билет, поэтому его нет, как видите. А новый я еще не оформил. Три бабочки, давай. Нет. Сразу. Мне даже открытие будет лагать, наверное. Все, ребята, мобилу новую надо срочно, а какую вообще не знаю. Вот Вадим говорит, OnePlus хочет. Да. Я думаю, ну... Об этом говорят многие обзорщики. Очень многие. Очень известные. Да и, в принципе, отзывы от людей тоже хорошие на вот эти последние модели. Ну, дай бог. Можете, ну, конечно, Samsung, если выбирать, то только с нормальным процессором, а не с тем, что... Опять же, что не будет падать или нет? Нет. Или все, не завезли. 40 уже вскрыл. 40! В очко. Да. Прямо мне. Ну, сейчас что-нибудь. Надо это, your phone хочу. О, это 5. Нет! Блин. Обманул. Игра меня обманула. Подманули тебя. Угу. О, вот это 5. Ну, я вижу много блесточек. Давай, юрфончик. Ты просто тратишь мое время. Ну, я и фулл транс такая сделаю ему сейчас. Прям сейчас и сделаю, ты пока десяточку открой. Да. Я же ее буду открывать очень долго. На компьютере-то. Так, где он у меня? Синий как раз, он у меня в линке... Че у тебя? Сразу что? Не. Тут, конечно, шансов немного, что выпадет 5 звезд, но они есть. А будет ему вообще все докачать. Так, а как я забыл? Забыл, как вливать? Угу. Ну, все же старый. Персон нажимаешь и вливаешь. А с вами у меня еще хичик есть. Так он тебе уже вообще не... Вот этого надо бы это самое залучить. А, орбы там за него что? Орбы за него. Да, сейчас еще. У тебя 2 якуя? Так Тим, откуда сказал? А за это самое. 6-звездный билет сын Каймона. 2 открыл, 2 бьякуя, прикинь. Жесть. Жесть. Кстати, а вы покупали золотую лицензию на арене? Я покупал. Я купил. Больше потому не что буду. Там наград. Почему? А может и буду, не знаю. Я, наверное, буду каждый месяц покупать. Ну ты их меняешь просто на... Более крутые награды. D75. Вот, смотрите, что за награды сейчас. Ну, сертификат героя. Я смогу сейчас у Эдсу апнуть на один уровень еще. Прокачать можно. Вот, смотрите, прямо при вас сейчас его прокачаю. Стамина 1000, ну ладно. О, смотри. О, хорошо. Все. Пригодится. 2 уровня апнул, вот у него еще статы повысились. Теперь надо еще... Вот этих набрать. По-моему, Ичиго я еще могу прокачать. Вот этого. Потому что у него тоже... Вот, видите, да, левел ап. Оп. Вот. Одного. О, еще статов прибавил. Все. Я пошел дальше открывать, все. Давай, у тебя билетов много. Let's go. У меня билетов здесь-то много. Здесь-то купить билеты довольно дорого стоит. У меня все 130 медалей. А для кого, кстати, номер комнаты? Вот как ну, приглашать пацанов. А. Зачем тебе еще номер комнаты? Иди, открывай давай. У тебя сколько билетов? Еще... У тебя еще куча 5-звездных билетов, так что я еще могу потерпеть. У тебя 80 у тебя, давай ты теперь. По очереди будем. У тебя 5-звездный билет много. Плюс у тебя за подписки. У меня-то, я-то нищий. За подписки, да. Я-то нищий, у меня нет подписок. Все. Теперь я. Так и будем по очереди. Туда-сюда, прям оп-оп. У меня здесь под углом плохо. О, 3 звезды. Или... 5. 1. Но... Или больше. Гензуру. У тебя он есть? Да, у меня 2 из 5, по-моему. Ну, будет 3 из 5, нормально. ФТшку ему сделать было бы неплохо, конечно. Шанс мало, конечно. Кстати, недавно товарищу Рукьёку, многие уже знают его, ему выпал Айзен, ну, это анимация Айзена, фейкаут, и 4 перса в одном мульте. То есть с Айзеном было 4 перса. Это почти точно 4. Мне Рукьёк, кстати, арт нарисовал, прикинь. А я знаю. Я не видел, правда, его еще, но... А мы его сюда прилили. Все увидим. Давай, ты. Я что-то далеко уже. Так у меня, вон, 46. У тебя еще полно 5-звездных.
Да, вдвоем. Один. Ну, четыре. Четыре. Вот бы четыре. О, а у меня либо тоже. Три, либо пять ореха. Нормально. Давай сейчас тоже. Your phone. Блин. Опять типа двойной перс. Но... Немного не такой. Да. У меня уже тоже фулл трас давно. Хоть бы да, пятизвездный. Ну, что в прошлом открытии, что в позапрошлом, вообще ничего не было. Да, тебе вообще епруха полная. Я на том выбил, это сколько? Два новых, по-моему. Урию выбил двух. Да. А, двух три новых. Рейнджа, два я рейнджа, рейнджа, трех новых выбил. Здесь трех выбил, но одно говно какое-то. Ну, в смысле, дубли, они по умолчанию говно. Да. Если можно, это не нужно, не дубли. Получать. За дубль. А, нет, только за с эти нет, только с витрины. Ну? Да зараза ты, а? Да, вообще сегодня это самое, не помню. Ну, 3% жду. 3% чего хотели. Ебать. Какая муха. Ну, сейчас я ее. Ладно. Ага, напугал ее. Смотри, у нас одинаково, прям. Одинаково ничего. Да. Так, ну, на мои 6 добиваю. Не везет. О, вот сейчас у тебя да, конечно. И у меня будет. О, а, я же говорю. А у тебя не будет. Ясно. Открывай золото. Да, теперь золотишко поехало. У меня много. У тебя сколько? У меня 26. Персы будут сегодня, алло? Смешно. Нам не везет. Нажимай давай. Не, поехали. Я тебя подожду. Будешь ждать? Ладно. Да. Да ёхарный бабай. Что ты будешь делать? Давай у тебя хоть. Ну. Да залупа. О, у меня наконец. Неужели? Давай, юрфончик. Это не сойка, но старая, по-моему, тактильная. А, нет, супер древняя. Слушай, у меня, по-моему, а, нет, у меня Яруичи нет из древней. Блин. От зараза-то, а? Все, последний. Тоже ничего, да? Ничего. У меня еще как-то мало блесток. Супер 4 звезды просто. Да, ну и Гавин. Открытие, конечно. Не очень удачно. Может, повысили бы хоть шанс на билетов, что ли, не так, знаю. Ну давай, я поехал. Да. Summon Medal. Как это вот за 20 дублей сейчас получу еще дубль. Как только у тебя останется 2 билета вот таких, то я тоже открою. Так. Ну-ка, давай. Ичига. Это самый первый красный Ичига. Здорово. Лучше был этот самый. С дня рождения. Да, кстати. Красный. Тогда он был у меня стал фулл транс. Ивент 41. 41 это там только что заработал. А. Который закончился. Вот это 42-й, по-моему. Ништяк, давай. Опять обосрай. Понятно. Ну, он мне в прошлый раз выпал. Спасибо, конечно. Но, бляха-муха. Короче, сегодня новых перцов нам не завезут. Хотели орбов подкопить перед днем рождения. Да, у меня день рождения. Эпик рейд поехал. Августа. Чё за эпик рейд, Дэн? Я эпик рейд ещё не выжил. На следующий билет. Там билет у меня есть. У меня там орбы лежат. И орбы, и билет не куплен. О, Шинджи. Крутой Шинджи, но он не нужен нам. Я понял. Нахера я это все копил, да? Открой шестизвездный обычный, да, да, да. А потом вот эти пойдем. Останется два одинаковых у нас. Одновременно их откроем. Короче, и аксы говно, и персы одни дубли. Юмичика, единственный в своем. Ну ладно, их двое. Пора уже убирать дубли. Давай ты открывай, я уже все, я уже, блядь, не могу. Что за дичь? Где персы-то, алло? Не завезли, что столько новых премов сейчас?
Ну? Кинпач. Я не помню, сколько он у меня из скольки, но если это пятый, то это круто. Ну, пятый, да, было бы неплохо. Ладно, едем к Cave of Zalupa, вот это вот. Дал мне прямо сюда перейти из этого. Блин, говно, еще один нужен. Макаку. Ну, это... Да хоть бы полезные дубли тогда уж падали, там бьяко, синий, этот самый. Новогодний, да. Держи, давай, да? Раз, два, три. У меня дольше грузить будет. Ага, одинаково, да? Ну, у меня быстрее появилось. Да, у тебя бабочка быстрее. Резкая. Рилка? Ни хрена! Неплохо. Чего? О! Так и витрину открывать не надо. Так сегодня говорили. Угу. Подожди, это же арена билет. Там что, сезонки есть? Походу. Я забыл про эти еще. Пойду открывать. В билете на арену есть сезонки. Даже я помню, там премия-то две рюмки. Я тоже не усмотрел, есть там или нет. О! Ну-ка. Блять. Давай поменьше ругайся. Да я чё это? Да я за это не отрубать. Отрубаю. Нельзя. Желтый значок вешаю. Не вешают. Вешают. Один раз повесили. Пришлось вырезать. За одно слово не вешать не надо. Сказки рассказывал. Да похуй. Запикаем. Кстати, за запики тебе как раз и повесят. Да. На пики посадят. Будешь материться. Ну все, теперь у меня есть почти все баночки. У меня остался на синие банки. И все. У меня только один перс остался. О, и, давай. И оба этих перса, знаете где? В новеллах. Это у меня есть. 9 осталось. А так, она жнадер, да? Да. Жнадер. Вот сейчас весь мусор, который мы выбили, я вам даю. Ну хотя бы у кого-то сегодня новый. Один, ну, сколько у нас билетов было, просто охренеть. И вот, пожалуйста, и все, новый что... только один, и только вот... И то гарантом. Да, ну хотя бы нормальный, это баночный нужный перс. Все. Хотя бы баночный. Все. Ну, такое больше видос. Нечего, это самое. Да. Что-то я там еще, по-моему, выбил. Еще посмотрим. Налетает. Так, сколько рирок мне осталось выбить? Рождественскую древнюю и новогоднюю. И рождественскую новую. А, нет, один-то новый у меня все-таки есть. Вот этот. Ну ты его получил. Я его получил. И все. Но прикол в том, что она сразу шестизвездная. Это я 50 орбов за нее не получу. Не получишь. Главное, что перс есть. А на орбы-то... Нет, на орбы не плевать, орбы нужны. 50 орбов, ребят, ну что? Зажали мне 50 орбов. Че у нас тут еще? Будут теперь банки. И еще линки надо до 10 хотя бы докачать. Ну что, пишите в комментах, если кто-то вместе с нами копил билеты. Да. Кстати, почему бы нет? Собирайте билеты вместе с нами и в комментах пишите, что вам выпало с них. Не тратив ни одного билета. И как только наступает день X, когда мы открываем... Да, на видос. Да. Вы пишите в комментах, чего было вам. Ну что, все тогда? Да. На этом все. Такой получился ролик. Всем спасибо за просмотр. Обязательно влепите вот этот палец, если вам все понравилось. Напишите комментарии. Подписывайтесь на вот этого человека, который снимает аниме. Видосы. Снимает видосы, и хватит. Да? Аниме. Зайдут сами посмотрим. Вот. Спонсором канала их имена вы можете видеть на экране, один из них прямо здесь сидит. Вот. Да, так приходится так выручать. Вот, за актив и участие в развитии жизни канала. Если вы желаете тоже стать спонсором, то в описании есть ссылка на... Есть ссылка, и также еще под роликом есть кнопка. Оформляйте, если желаете поддержать меня. А с вами были Дрейфор и... Ну, ты сам скажи. Мой брат. Всем спасибо, всем удачи и пока.